Ребята, всем привет! 56 номер легендарных грузовиков СССР МАЗ-515 первой магистральной компании Модимио уже в продаже во многих магазинах, ну и конечно же у вас. Я смотрел ваше видео и вот вам спешу показать свое. Модель мы посмотрим позже, сначала по традиции посмотрим журнал, оригинальная открытка с изображением автомобиля в каждом номере. Быстренько полистаем журнальчик, несколько статей всего, реклама наших автобусов, что тоже вам настоятельно рекомендую обращаться к этой коллекции. Есть такие экземпляры, которые вы не купите нигде, только вот в этой коллекции наши автобусы. Три статьи данного грузовика: эфемерный грузовик, трехосные бортовые грузовики и с подъемной осью. Очень интересные статьи, прочитал, конечно же. Но, как вот здесь и написано вот в первой статье, что вот эти автомобили широко не использовались на наших дорогах, в принципе, они остались, наверное, опытными образцами. Я не видел их на дорогах, как и в советское время, так и в наши дни. Не знаю почему, но уже потом пошли уже другие МАЗы, это были супермазы, которые вы все знаете, что это за машины. В принципе, машинки интересные, проходили они испытания в компании Softrans Auto. От себя добавлю, что есть интересный экземпляр, например, как вот на этих вот двух фотографиях, которые были экспортными автомобилями с ГДРовской оптикой, с противотуманками. Вот такой интересный вид у них. Жаль, что в серию не пошли. Четыре варианта окраски. Интересная техническая характеристика на данный автомобиль. Тоже посмотрите. Трехосные бортовые грузовики. Ознакомьтесь сами с статьей. Скажу тоже, что такие машины я на дорогах у нас не видел. Тоже не в советское время, не в наши дни вообще. У нас в основном МАЗа были двухосники бортовые. И как с такими кабинами, так и с супермазовскими. Ну, это, конечно же, другая машина. С подъемной осью тоже не видел. Но, как вот показывает нам статья, немножко я почитал, говорит о том, что финны с уважением относились к нашим автомобилям, потому что они были надежные, практичные, и, конечно, у них была по нашим меркам занижена грузоподъемность. Финны их переделывали, и машины работали на их дорогах. Почему? Почему мы эти автомобили с вами не видели? По крайней мере, я. Потому что не было развита сеть дорог, не были мосты определенной грузоподъемности, и они в серию не пошли. Следующий номер будет через 2 недели. Легендарные грузовики СССР. Это Урал ЗИС 355М. Брутальный компрессор. Интересная, на мой взгляд, модель. Ну, а сегодня 56 номер. Следующий у нас будет 57. Давайте посмотрим вот эту интересную модель. Я ее, конечно, уже посмотрел и немножко вам покажу, что мне в ней не нравится. Давайте откроем. Переходим уже к самой модели. Как я вам говорил, есть некоторые моменты, которые не нравятся мне в этой модели. И давайте, наверное, начнем с них. Как вы видите, передние колеса немножко, они как-то стоят вовнутрь, да, от крыла. Наверное, все-таки они должны быть как-то, ну, уж точно не вовнутрь, вот так, да, как сейчас вот я вам показываю. Может быть, короткая ось или что, может быть, короткая балка. Какие-то особенности конструкции данной модели, не могу сказать. И есть такой момент, еще у меня вот завалены зеркала заднего вида. Видите, они завалены немножко вниз и смотрят в заднюю сторону. Заднюю сторону кабины. В принципе, модель неплохая, несмотря на ее упрощение, но у ее конкурента, конечно же, тоже они есть. А в целом, наверное, и на этом все и заканчивается, все сравнение с другим брендом. В принципе, они очень похожи. Что касается детализации данной модели автомобиля МАЗ 515, очень хорошая детализация, опять же повторюсь, несмотря на упрощение, имеет все, что нужно иметь. Ну, например, есть вот такой ящик у него инструментальный, запасное колесо, 2 топливных бака, это ранняя модель МАЗа 515, аккумуляторный ящик, и смотрите детализацию, которая
у него снизу в нижней части имеет очень хорошую детализацию реактивных штанг, задних мостов, карданных валов, разумеется, тормозную систему, энергоаккумуляторную тормозную систему, что впервые было применено на этих автомобилях, что имело очень большую надежность торможения. Ну и смотрите, какая детализация двигателя с коробкой передач. А вот этот болт посередине, конечно, или винт, он немножко ее портит, если честно. В принципе, модель очень хорошая. Внешний вид нам об этом говорит. Что касается салона, кабины, сиденья, все в черном пластике. То есть черный пластик, не окрашенный. Но зато у нас есть панель приборов, и там даже они есть в виде декали. Ребят, не знаю, видно, нет ли вам панель приборов окрашенная. Дворники не толстые, не жирные. В принципе, неплохо они смотрятся. Но вот есть моменты с подфарниками, под передними фарами и поворотниками. Как видите, упрощение. Ничего не хочу сказать плохого, потому что модель, конечно же, из дешевого сегмента. Кто-то, наверное, скажет, лучше взять того или иного производителя. Но журналка у нас имеет свои плюсы, конечно же. В номере у нас выходит также открытка, журнал с подробной историей и описанием данного автомобиля, как он создавался. В принципе, я вам рекомендую к покупке данный номер, ребят. Ну, можно еще, конечно, докупить к этому автомобильчику прицеп. Я вам сейчас покажу, как это все будет выглядеть. Ну, вот такой прицеп под DAS 9786 можно зацепить под этот магистральный тягач. Наверняка у многих он у вас есть. И смотрите, смотрится в принципе неплохо. Кстати, материал изготовления данной модели — металлопластик. Конечно же, металлическая кабина, ну а все остальное пластмасса, ребят. В принципе, модель очень хорошая и будет занимать достойное место на ваших полках, что я вам и рекомендую пройти по ссылке и заказать, если вам, конечно же, данная масштабная модель понравилась. Все на этом, мы с вами увидимся в следующих видео. Приходите на наш канал, смотрите, мы с вами. Пока всем!